Фантазеры, привет! Удачи вам сегодня! Верьте в свои силы, у вас все получится! Я с вами! Фантазерщики, привет, красавчики! Ну что, я вам желаю удачи в ответной игре. Если вы будете играть так же, как в первой игре, то я думаю, у Паука будет мало шансов. И я думаю, в следующей стадии будет мало шансов команд. Я хочу вас видеть осенью в Лиге Европы. Хочу смотреть ваши игры, болеть за вас. И я верю, что вы это сможете. Я желаю вам удачи. Я желаю, чтобы вы навели шороху в Лиге Европы. Вы молодцы, я вас верю. Удачи вам. Всем привет. Хочу перед ответной игрой с Пауком пожелать вам удачи и сказать то, что вы уже показали и доказали, что можно с ними играть и можно их пройти. Главное верить в свои силы. Самое главное, вы доказали это себе. От всей души желаю удачи, мысленно с вами, посылаю свою энергию вам. Пусть в этот день у вас будут силы. Держу кулаки, переживаю, смотрю, волнуюсь. Но волнение, наверное, должно быть у тех, кто смотрит, а не у вас на поле. В общем, удачи, и в итоге желаю такой результат, который позволит вам пройти дальше. Всем удачи. Пацаны, я вам желаю удачи и добиться победы. По первой игре вы доказали, что можно играть с этим соперником и выигрывать его. Ребят, всем привет. Хочу вам пожелать в ответной игре хорошего результата. Главное, без травм, чтобы добыли положительный результат как для Олимпика, так и для всей Украины. Мы с ребятами тут будем переживать, смотреть и хотим, чтобы вы показали красивый футбол. Вы доказали уже всем, что умеете играть в первой игре, поэтому выходите и не бойтесь количества людей, которые будут на стадионе. Приложите все усилия для победы. Мы с вами, переживаем за вас, держим кулаки. Всем привет, официальный спонсор Лиги Европы Пиво Пилснер. И наделите этим греческим человечком попку. Всех целую, обнимаю.